Le Méridien Maurice. Вот он, небольшой этот отель. Зелени немного. Вот я думаю, что основная часть на ладони. О, по пляжу без ограждений получается. Можно дальше подальше заплыть, что ли? Главный ресторан. В отеле всегда хорошая погода. Он находится на севере. Большой конференц-зал у них вот там в открытых дверях. Пришли к зоне пляжа. Здесь какой-то рестик. Infinity Pool. Илона, вы куда? Не сюда. Светлана. Идем смотреть какой-то тип номер, наверное, вот эти, которые с прямым видом. Шезлонги сразу напротив. В Нирване вообще клевый. Не, не понравился. На первом этаже номера Нирвана. Они больше по площади, чем на втором. Бассейны с другой стороны. Ой-ой-ой! А что с заходом-то? А-а-а, камни.
Не, ну есть какие-то участки с заходом. Просто песок как-то. А есть без камней, девочки, видно? Непонятно, что там по пляжу с камнями. Ну, вот там вот, наверное, очищено от камней, а так вообще каменистый пляж. Вот так вот. Пляж плохой. Ой, смотрите, какие клевые в бассейне, прям диванчики. Класс. Если диваны с джакузи. Клево. Территория отеля обошли по кругу. Небольшая территория. Для взрослых. Я готова для детей. Ну, для взрослых не там вот это зашумно. Такая еще и зона с такими шезлонгами возле понтона. Так, снимаю вам как есть, без красивых подкатывающих кадров. Как оно выглядит на самом деле. Лайв-съемку предпочитаю, чем, знаете, красивые кадры, по которым не понять. Отель больше для парного отдыха, я так думаю. Много с Эмиратов здесь отдыхающих. С Индии, сказали, контингент вот такой, кому недалеко лететь. Сеть Meridian Marriott. Одна сеть, одна компания. Пойдемся здесь еще, давайте к пляжу. Знаете, когда солнышко не светит, оно прям не таких красивых все оттенков стоит, а когда солнышко прям красиво. Видите, какой пляж здесь. Пляж — это не сильное место для отеля.
пришли мы еще смотреть еще один бар на пляже. Какая люстра интересная. Ну, такой уже маленький этот отель, как на первый взгляд может показаться, если находиться только возле зоны ресепшн. А так, в принципе, далеко не маленький отель. Пляж большой, может быть, даже здесь по заходу будет поприятнее. Да, вот зона ограждена, это значит здесь заход без камней. Лодочки. Будем возвращаться в зону ресепшн. Бичфронт премиум. Живые цветы в качестве комплимента в каждом номере, как говорит менеджер отеля. С прямым видом на море. Ой, красивый номер такой. Необычный шкаф. Ванна. Что у нас за косметика? Меридиан косметика. И здесь получается, что у нас тут? Так. И душ. Заходим в этот номер. What is the type of room? Nirvana Prestige Suite. Nirvana Prestige. At the back, you have a plunge pool. Mm-hmm. Open the door there. Okay. It's 112 square meters. 100 с чем-то квадратов. Так. Гардеробная. Ванная. Пахнет очень. А, со своим бассейном. Приватным, не видно ничего, то есть. Вообще номер такой большой, красивый. С одной стороны бассейн, а с другой выход на пляж.
Очень красивые номера.